На красноярской территории автопоезд «Забота» припаркован уже третий день. Помимо местных жителей, сделать медицинское обследование здесь могут селяне из Утесного, Леневичи и Партизана. До приемного пункта всех желающих привозят на бесплатных автобусах. Обследовать возраст уже, и давление скачет, и удобно, потому что в город не всегда уедешь. 12 врачей узкой специальности расположились около местной библиотеки. Фойе, книгохранилище, импровизированная регистратура. Здесь жители встречают волонтеры. Мы их зарегистрируем, вносим в список. Вот такие карточки заводим на них, и они идут по врачам. Проходят кому, куда надо. Медицинская бригада меняется каждые 10 дней. На это время врачи освобождаются от приема граждан в городе и едут в села. В этой смене к краевым специалистам присоединились и уссурийские медики, окулист и врач-дерматолог. Чаще, конечно, это возрастные больные кардиологического профиля. Это гипертоническая болезнь, это ишемическая болезнь. Свою работу они начинают в 8:30 и до последнего пациента. За 2 дня в Красном Яре успели осмотреть около 200 человек. А смотрите, вот этот вот тоже надо будет удалить, да? Ну, это, знаете, нам надо будет вам сходить к протезисту на консультацию, хотя бы у нас. Далее автопоезд отправится в Раковку. Впереди еще Новоникольск, Воздвиженка и Каймановка. По территории Уссурийска «Забота» будет курсировать до 10 ноября. Дальше по маршрутному плану – Хасанский район. Там акция стартует с 12 ноября. Виктория Сарада, Антон Войцеховский, Телемикс.